Президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта Александр Беспутин объявил, что на предстоящих Всемирных играх сборная России рассчитывает завоевать 25 золотых медалей. Открытие игр состоится 16 июля на острове Тайвань. Нашим спортсменам, помимо 11-часового перелета, предстоит вынести 30-градусную жару и повышенную влажность. Надеемся, что наша сборная выступит по-прежнему достойно, так как я хочу особо отметить, что последние двое игр наша сборная занимала первое общекомандное место.